Доброе утро, друзья. Я в Измайлово, на Измайловском пруду. Сегодня 29 мая 2018 года. Время около 6 утра. А тут уже солнце светит в полную силу. И вот я встретил еще одного обитателя пруда, который занимается уборкой своих перьев. Как говорится, ну, надо умываться по утрам и вечерам. Вот он прибрался, и вон он несется, наверное, будет охотиться, рыбку ищет. Утро, завтракать надо. Плывет себе. Плывет и перья чистит. Правильно, чистота — залог здоровья. Вообще здорово здесь. Люди бегают по дорожкам. Красиво. Шумная Москва в стороне. А здесь красота. Опа, все. До свидания, дружок. Удачной тебе охоты.